Привет всем, это канал Кинописьма. Поехали. Музыкант в воскресенье умер по дороге в больницу. Андрею Сапунову стало плохо около 7 утра, сильно упало давление, появились боли в сердце, вызвали скорую, врачи экстренно погрузили в реанимобиль, но спасти не успели. Сапунов умер на подъезде к приемному отделению. Предварительная причина смерти – инфаркт. Напомню, Андрей Сапунов был участником группы «Воскресенье» с момента основания и до распада коллектива в 1982 году. В 1994 музыканты возродили группу. Сапунов окончательно покинул ее 4 года назад. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.